Студенты-медики российских вузов соревновались между собой. Нет, не в умении ставить уколы или измерять давление, а в лыжной гонке. Первенство страны, которое стартовало сегодня на барнаульской базе «Локомотив», поддержало около 150 спортсменов из Уфы, Томска, Кемерово, Тюмени, естественно, Алтайского края. Девушкам на время необходимо преодолеть дистанцию в 3 километра, парням 5. Сегодня состоялась индивидуальная гонка, завтра командные забеги и подведение итогов. По словам организаторов, все ребята приехали хорошо подготовленными, ну а тот, кто в лыжах новичок, например, ребята из Индии, стали своего рода изюминкой первенства. Будем в следующем году учить много и делать там. То есть уже будете в основной программе, верно поняла? Да.